Всем привет! Хочу сегодня показать, что у меня цветет на сегодня. Первая красоточка — это вот такая орхидеечка фаленопсис. Она цветет на старых цветоносиках, которые были еще при покупке. Такая красотень. И цветет она очень интересно. От цветоносика пошла как бы деточка. Сейчас камера не фокусируется. Вот, смотрите. Пошла деточка. И сбоку цветочек. Сейчас. О, может так сфокусируется. Не хочет. И здесь также лезет Кисюха. Да, ты тоже пришел? Ну, давай, покажись. Ладно, не хочет. Что? Да. Ну вот, всех снимаю, да, меня не хотят показывать. Да, Мась? Да? Да, ты Мася? Ты Мася? Продолжим. Не дает мне продолжать. Так. На чем я остановилась? Да, остановилась я на деточках. Я заметила еще, когда... Вернее, не еще когда, а я заметила, что появляются на цветоносиках деточки. А потом очень удивилась, потому что получилось вот так. Вот такое чудо. Здесь просто цветочек. Вот такой. Вторая красотулечка. Цветет уже давно. Я еще показывала ее летом, летним цветением. Ну, этот сорт очень долго держит цветочки. Название. Ага, название не подписано. Листики вот такие у нас пострадали. Ну ничего. Такая красота. Название на букву А. Как-то, как же она называется? Это одна из первых моих орхидеек. Кимоно и вот эта девочка. Кимоно уже отцвела, а эта крошка еще продолжает цвести. Ну, эту красавицу, я думаю, представлять никому не нужно. В Голландии они приходят как Indian Summer, а в основном их называют... Ой, вылетело. Сейчас вспомню. Little Zora. О, вот как их называют. Я искала, думала, что может как бы-то разное, действительно, сорта. Ну, я не вижу никакой разницы, никакого отличия. Если я не права, то поправьте меня. Ну, она приходила, вот именно горшочек был подписан как Диан Саммер. Хорошенькая девочка, плотненькая, тоже цветение у нее продолжительное. Аромата нет, не пахнет. Следующая красота. Она у меня без названия, не подписана. Ну, я думаю, что любители этих красоток ее узнают. Хорошенькая девочка. Такой кустик. Вот так она цветет. На два цветочка всего-навсего. Ну, это и так спасибо огромное. Такое лето жаркое было, что спасибо, хоть кто-то цветет, хоть как-то, хоть два цветочка. Но очень красивая, очень мне нравится.
И еще один красотун. Кто меня смотрит давненько, тот знает, что у меня было... А я не знаю даже, сколько их было, этих зигопиталумов. И они у меня все погибли, не выжили. Ну, вы знаете, я тогда говорила, что я не хочу больше, я не буду. Это был последний раз, больше я их мучить не хочу, не буду. И вообще я их не хочу и даром. Ну что ж, опять он в моей коллекции, опять он у меня появился. Пытаюсь опять с ним подружиться. Ну не удержалась, ну не могу, но есть у меня к ним такая любовь какая-то. Только они меня не любят совсем. Вот такой красавчик. Цветение магазинное, цветение не мое. Ну, попробуем с ним дружить. Кто тут ходит? Не буду вырезать, как бы киса нашкодничал. Ну, виновата я, потому что снимаю на полке на вот такой, а цветочки стоят у меня на полу. А кисуня требует внимания. Ничего страшного, уже мы назад посадились, пересадились. Все хорошо. И еще одна красоточка, не могу ее не показать. Это моя Вандочка. Я вот буквально вчера выложила видео о моих Вандочках. Она там уже была. Я ее уже показывала, эту красоточку. И сейчас я покажу, как она называется. Я не показала вчера, как она называется. Вот так. Так она называется. Ну и на этой красивой, красивучей, ароматной Вандочке я хочу вам сказать всем спасибо, кто меня досмотрел до конца. Я вас всех люблю, я вас всех люблю. Люблю, 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 целую, обнимаю. Пока-пока.